Кракове состоялась жеребьевка финальной стадии Евро-2017 среди молодежи. В матче открытия хозяйка первенства Польши сыграет со Словакией. Также в этой группе встретятся команды Швеции и Англии. Гвоздем программы в квартете «Б» будет Пиренейское дерби с участием сборных Испании и Португалии. В группе «С» вместе с Чехией и Германией сыграют Дания и пятикратные чемпионы итальянцы. Матчи финальной стадии стартуют 16 июня. Сама развязка запланирована на 30 число того же месяца.